Всем привет, мои хорошие! Вот сейчас пока одна дома. Хочу вам показать подарки, которые я приготовила. Вот, пацанам, которые у нас тут жили. Сейчас они отучились. Все, и они насовсем поедут домой к себе. И вот я решила им сделать подарки перед отъездом. Ну, на память, да? Вот. Вот это вот. Так, Redmi 6. Это я дарила Сереже. Он уже им давно пользуется. Покупала. Вот Huawei U6. Это я купила Вове. Недавно. Он тоже там в шоке был. Пользуется. Вот. Вот это вот я купила. Это кошелек. Не буду его пока открывать. Игры престолов. И еще там должен быть брелочек. Но вот он пока не могу его найти. И вот сейчас я купила Сереже подарок. Скажем, такой уже более увесистый. Да, у него есть такой телефон, он ему рад, он им пользуется. Ну, как бы классно, все замечательно. Но я решила, что надо ему еще кое-что подарить, что он тоже давно хотел. Вот. Так, это вот стекло. Она клеили защитное. Там еще силиконовый. Идет этот чехол. И вот Вове я купила вот такие наушники, не из дешевых, вот такие вот наушники, ну чтобы не обидно было. А Сереже вот я купила вот такой подарок. Вот, кто узнал, вот такой вот. Он запечатан, он еще его даже не видел. То есть я хочу его подарить ему, скажем так, при других обстоятельствах, там красиво все сделать. И еще купила я ему мячик с автографом. Вот, очень такого знаменитого человека. Футбольный мячик. Вот. Все это было вот в такой вот сумочки покупали. Что-то всем понравился этот рюкзачок. Все хотят этот рюкзачок. Так, вот такие вот подарки. Не знаю, понравится, нет. Ну, надеюсь. Старалась. Ай, конечно, в минус ушла. Ну, что поделать. Хочется людей порой порадовать.